Вот нахуй, что пакует. Передачу носит. Сколько вам можно килограммов носить? 30 килограмм в месяц. В месяц. Подождите, сколько в месяц? И это от семьи всегда, 30 зим. На человека. На человека. На человека, ага. Да, то есть на одного заключенного, ну или на содержащегося под стражей, 30 килограммов. У меня большой новый опыт. Я сначала на Крестина носила. Потом перевели на Володарского. Ношу на Володарского. А что ему очень понравится? Чтобы мы знали, как мы письма будем писать, чтобы можем знать, какие там секреты. Ну, да, принимают же передачи только от родственников. Да? Да, да. Нет? Нет, на Володарского свободы. А, на Крестина только от родственников. Ага. А письма – это письма, это отдельно. Это можно. Это можно. Ну, я не знаю, цензор, наверное, тоже есть. Ну, я всегда оптимистом был, поэтому бодр. Ну, ему 29 лет, он должен быть сильным, поэтому молодежь всегда оптимистично настроена. Верит во все светлое, доброе.